просто любимого исполнителя называете, я пою. Что, будем знакомиться-то? Вы тоже какие-нибудь грубые, наверное, да? Бегите, бегите! Мы, короче, тут немножко спешили. Вы зачем нас снимаете? Если я сейчас позову сонграйзеров, то они вас реально разъебут. Дорогие друзья, всем большой привет. Меня зовут Раиль Арсланов. Это канал «Хижина музыканта». Сегодня я был в ебаном городе Альметьевск. Сегодня я подходил к людям, выполнял мою традиционную рубрику «Посмотрим реакцию людей». Они были очень противоречивыми, прям чуть не вывели меня на злость. Ставь лайк, пиши любой комментарий и погнали. Бегите, бегите! Что, будем знакомиться-то? Нет. Почему? Не, ну знакомиться, ладно, нельзя. Петь песни нельзя, снимать тоже нельзя. А что, можно тогда? А? Ничего. Просто любимого исполнителя называйте, я пою. И все. Типа. Что такое? Почему альметьевские девушки убегают? Наблюдаю за тобой, можно с тобой просто. Мы тут за людьми бегаем, никто не останавливается. А ты сам подходишь, да? Не, я просто с тобой сфоткаться хотел, если можно. Да, уж, да, давай. Чем занимаетесь? Гуляем. А, переубедите меня, что в Альметьевске нормальные девчонки, реально. Мы нормальные. Пойдем на слово. Ну все, круто. Называешь любимого артиста, я пою. Давай. Денег требую. Я не забываю эту, которая стерва поет. Нет. Дмитриенко, что ли? Да нет, она снимает. Ну, кто снимает? Не, он не снимает. Это муляж. Ну, его не существует. Давай. А да сама что-нибудь. Венера, я Юпитер, тебе сказали начали. Давай. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять. Молодец. Молодцы, и вы? Красиво поешь. А вы хорошо смотрите с кадры. Да, мы знаем. Давайте, пока. Пока. Ребят, сейчас будем звонить в квартиры людей через домофон и петь песни, проверять связь. Старый дом, тут бабушки живут. Кто? Здравствуйте. Тут жаловались на домофон. Нормально у вас работает? Нормально, да. Ну, слышно то, что я сейчас говорю? Да. Сейчас, погодите, попробуй напеть, потом скажете, слышно, нет? Стань же моей рукой, стань моей жизнь такой. Один миг с тобой, чего только стоит. Гитару слышно было? Слышно. Все, кайф, спасибо большое. Есть такая сложность, новички не знают, с чего начать обучение игре на гитаре. Есть огромное количество школ, видеокурсов, книг и коучей. Но самый, наверное, легкий способ войти в мир музыки – это скачать приложение Тимбро на ваш телефон. Приложение позволит вам разучить самые первые мелодии, просто пощупать гитару, взять самые первые аккорды, и это уже будет стартом для вас. Попробовать ничего не стоит, поэтому ссылочка будет в описании под видео. Качайте, играйте и становитесь лучше. Смотри. Сколько тысяч? Моя страница. Прикольно. Можете ее найти? Ладно, мы пошли. Ладно, ладно, давай, давай. Не накрученная? Пока. По причине того, что я люблю записывать интересные рубрики музыкальные. Вы называете любимый исполнитель, я пою. Кого слушаете сами? Прям все слушаете? Ну, русский только в основном. Что, не находишь, что ли? Корж... Ну, блин, для меня слишком банально, да? Ну почему? Я люблю петь, мне никогда не стрёмно коржа петь. Так, что? Давай тайдым. Тайдым? Или эндорфин, что-нибудь. Давай тайдым. Раз припева. Когда я тебя обниму и вместе полетаем. Ты меня так.
поешь, оказывается? Да, немножко. Я не знал. Мы, короче, тут немножко спешили. Давайте с вами поиграем на гитаре. Ну, классно же. Ну, да. Классно же. Классно. Канал «Хижина музыканта» у меня называется. А ты с Казани? Я выступал на пляж сегодня, там же да? был. Да, пригласили. Ну, учусь там. А, ты из Казани? Я из Аместа, я учусь в Казани. Ты что не? А что тут делаешь? Сестре приехала. А, вы сестры, что ли? Да. Девчонки, привет. Вы тоже какие грубые, наверное, да? Да, попытались, короче, снять видос, и нихера не выходит в Альметьевске. Ну, нет, в смысле, я из Казани приехала, я снимаю обычно в городах рубрику, где подхожу к людям, они называют любимую песню, я пою. Так, любимая песня. Да, любимая песня. Нифига ты, прям по моему вкусу попадает. Долой мегаполис и блеск, мне подавай мой дом, где среди гор реки до дерева треск. Друзья разводили костер, эту любовь долго ли протяну я без тебя, моя отчизна. Вам долгодовому яблоку, как вспомню кадры жизни. Не было грязи на мази, с миру до темна. Бегали, били колени, радовались доброму сполна. Время верни меня туда, где беззаботными мы были. Дай мне насладиться, где улыбок непочатый край. На черно-белых фото дети, школьная пора. Любили жизнь, ночи до утра. Дом вверх дном и волю цунами по гаражам со свистом детвора. Носилась по дворам, как жаль, что мы выросли. На сердце лишь останется теплая печаль. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ра-па-па-па-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам. Да. Классно, спасибо. Хорошо поёшь, спасибо. Спасибо, круто. Вы когда-нибудь слышали, чтобы эту песню исполняли на гитаре? Нет, нет. Ну, мега сложно. Ну, обычно что там, батарейку, там, вахтёром, да? А тут ра-па-па. Круто, круто. Может, обменяемся чем-нибудь? Инстой? Давайте. Кто вобьет, впишет. А может, лучше выставим? Ну, давай. Раиль Арсланов. Видос, я думаю, выйдет на Ютубе, а потом, ну, кусочек в Инсте, может быть. Хорошо. Спасибо вам, вообще молодцы такие. Пока. Кстати, если хотите быть ближе к моему творчеству, заходите на сайт arslanshop.ru. Там вы найдете классные футболки, худи и свитшоты на тему моих песен. Погнали. Привет. В общем, на зацен я написал песню сегодня. Я еще ее не записал на студии. Спою, скажете, прикольно, нет, зайдет людям, нет, и все как бы. Спасибо. Ну, а, нет. Вы снимаете, по-братски не снимаете. Бери, пожалуйста, камеру нормально, я ж попросила. Или сейчас братья придут. Если я сейчас позову своих лазеров, то они вас реально разъебут. Семпс. Шо дома? Матурма? На перевес концерт бітмедер. Пляжда уже шығы шығасадық, қазір әзірек мұнда. А, қозаннан келдің бұл шығы. Рахмет. Көрмедіңіз? Не, бүгін поступал сегодня на пляже. Акустика очень классная. Не загадаешь? Нет уж. Тоқтаус, сізге может бірет отарша жүр жүрлап барым, тезгіне. Шоса. Не поднимем. Тема их на блясе дринь. Анды вижер бар. Гомер у тебя. Неге у тебя. Юлар орта. Юлим гоғы. Суда суда. Утяшлике. Утяшлике. Әзіз қортлық келіп жетті. Еші қолық, еңіп қолық. Бұ тұрмышта игілікілі үздер солық. Еші қолық, еңіп қолық.
солид. Эй, ребят. Здорово, парни. Вы на ютубе кого смотрите? Ну, так. Что-нибудь музыкальное не смотрите? Я просто снимаю тоже видосы, короче, типа, исполняю песни, которые народ называет на улице. Можете назвать что-нибудь? Да, да не, помимо него. А я не знаю кого. Давай, Киш. Давай. Давай, Лесника. Лесник? Так. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Молодец. Я думал, вы что-нибудь осуду. Ладно, давайте. Молодцы, что нормальную музыку слушаете. Давно на гитаре играешь? Ну, уже 11 лет. Бля, ебать, уже... Ответь на вопрос, почему альметьские девчонки не хотят сниматься в видосах наших? Да они, ну, стесняются, наверное. Жестко. Мы снимали в Сочи, в Москве, в Казани. Всегда есть классные реакции, там даже в камеру сами лезут люди. А тут прям шарахаются, убегают. Альметьские девчонки стервы? Не, ну да, есть там такие. Есть? Есть. У нас просто, наверное, город такой, типа, вот Спартак, наверное. Ну, наши люди, офницы, типа, вот все дела, наверное, из-за этого все стесняются, типа, вдруг там их там Мухаджуай, бля, на камеру спалит. У нас такие, у нас город маленький, типа, стеснительные все, да. И все друг друга знают? Да-да-да, у нас. Это был самый тяжелый день, на мой взгляд, съемок. Мы снимали в Сочи, в Москве, в Казани несколько раз. И вот теперь в Альметьевске. Ну, больше я сюда не ногой снимать данный формат, это точно, потому что вы видели, какие реакции, какие люди, как нас здесь встречают, как от нас шарахаются. Друзья, пишите в комментариях, как вам выпуск. Не забывайте, что я разыгрываю видеокурсы по гитаре и вокалу для тех, кто поставит под этим видео лайк, напишет любой комментарий и подпишется на мой канал.